Дарим, дорогие друзья, вашими аплодисментами замечательный наш Трайкон и хозяев этого потрясающего места. Ваши аплодисменты. Спасибо им большое. Мы благодарим организаторов сегодняшнего нашего фестиваля. И, конечно, прежде всего, вас, тех, кто пришел сюда. Мы приглашаем вас сюда 19 февраля. Мы хотим здесь организовать клуб военной авторской песни «Автоматы и гитары», чтобы здесь могли петь свои песни те, кто по-настоящему воевал, те, кто писал эти песни не для денег, а для того, чтобы выразить свою душу. Вот. И вместе с нами газета «Московский комсомолец». Вот, ее главный редактор, отдельная благодарность Павлу Николаевичу Гусеву, настоящему патриоту, который сегодня в наше непростое время идет вместе с Союзом десантников России. Ну и, конечно, главный организатор нашего концерта – это Союз десантников России, герой Советского Союза, генерал-полковник Валерий Александрович Востротин. Передает вам боевой привет и пожелание хорошего настроения.